Технологию, улучшающую масштабируемость блокчейна, патентует Банк Китая, один из крупнейших государственных банков страны. Технология позволит хранить историю транзакций не в каждом новом блоке, а в отдельном блоке данных, говорится в документе, опубликованном Госведомством интеллектуальной собственности Китая. При получении запроса на сжатие транзакций с первого блока по тысячный, система создает новый блок данных и временно хранит его в другой системе. Затем система будет запускать упакованные данные через хэш-функцию с хэш-значением. Патент нацелен на сокращение объема данных, хранящихся в новых блоках, по мере того, как транзакции генерируются в блокчейне.